Жасулан Бекаулов приступил к выполнению обязанностей инспектора гимназии 23 в прошлом году. Работу начинает с обеспечения дорожной безопасности школьников. Затем из кабинета посредством камер видеонаблюдения, установленных в школе, следит за порядком. Если у школьников пропадают личные вещи, мы их находим благодаря видеонаблюдению. Посторонние в школу не допускаются. Дети тоже без надобности территорию школы не покидают. Камеры установлены и в самом здании, и во дворе. Помощников у школьного инспектора в школе немало. Это и два заместителя директора по воспитательной части, и педагоги-психологи, и социологи, и учитель начальной военной подготовки, а также классные руководители. Специалисты говорят, 95% всех правонарушений происходит за стенами школы. А потому было бы лучше, если бы школьные инспекторы совместно с участковыми обходили микроучастки и контролировали студентов колледжей, работали в тесном контакте с родителями подростков. Мектеп инспекторын алып, осынша қызметкерді алғанымызбен неге біздің көрсеткіш азаймайды? Почему наши показатели, несмотря на наличие школьных инспекторов, не уменьшаются? Может, надо изменить работу, пересмотреть ее? С таким предложением я и выступила. В каждом районе есть участковые инспекторы, так почему бы к ним не прикрепить школьных? Ведь участковые точно знают, кто живет на территории их участка, какие заведения там находятся, сколько квартир посуточных, сколько компьютерных клубов. Думаю, работая вместе, они решили бы массу проблем. Конечно, это личное мнение руководителя отдела образования. К сожалению, работа с подростками давно уже свелась к привлечению к ответу школы и отделов образования. Но если бы школьные инспекторы и правда знали жители микроучастка школы как свои 5 пальцев, и не просто знали, а вели постоянный мониторинг, помощи от них педагогам было бы больше.